ребята, и мы снова с вами. Нас так долго не было, но мы вернулись, как и обещали. Вы нас давно просили, чтобы мы вам показали нашу новую квартиру. И вот мы вот у вас снимаем хоум-тур. Как вы уже поняли, мы стоим в коридоре. Тут у нас коридор. Он очень широкий и очень просторный. Здесь даже в мяч можно играть. Сразу смотрим налево, и тут у нас дверь. Что там? Что ж это? Тут у нас гостевой туалет. Сюда можно зайти, сесть, смыть, помыть ручки. Личный туалет для наших гостей. Так что приходите в гости. Он достаточно просторненький. Тут у нас раковина. И туалет, душевая кабинка, и тут у нас окно, чтобы проветрить. Ну что, пойдемте дальше. Дальше у нас тут гардеробная, тут мы вешаем куртки. Семья у нас большая, так что курток у нас много. Здесь у нас стоит обувь, очень много обуви. Тут у нас рюкзаки, еще обувь. Дальше. Тут у нас еще обувь. Дальше тут у нас шапки, сумки и всякая ерунда. Ну что, идемте дальше. Ну что, давайте пойдем направо. Здесь у нас огромная гостиная. Гостиная у нас переходит в столовую и на кухню. Тут у нас тумбочка с фотографиями разными. Здесь у нас стоит диван. Ваша, мы тут сидим и смотрим телевизор. Здесь у нас стоят пальмы по бокам. Наша гостиная очень светлая, потому что смотрите, какие у нас большие окна. Через это окно мы можем выйти в сад. Пока. Пойдемте. Как вы видите, у нас тут газончик зеленый. Сад также идет в ту сторону. Он очень длинный. Идет до конца дома. Давайте зайдем, а то холодно. Вонька. Еще одна маленькая палочка возле дивана. Здесь у нас очень много магнитов. Тут у нас есть пазл, который тоже магниты. Тоже магнитный пазл. И разные такие магнитики. Диван у нас очень-очень большой. И его можно сделать еще больше. Если кто-то у нас ночует, то мы делаем из дивана кровать. И тоже мы его раздвигаем, когда мы смотрим со всей семьей фильмы. Переходим в нашу столовую. Тут у нас очень-очень большой стол. Тут помещается очень-очень много гостей. Тут у нас цветочки, которые большие задания. Здесь тоже очень много полочек. Эти дверцы все открываются. Тут у нас... Не знаю. Они, по-моему, на магните каком-то. Тут у нас... Тут. Потом... Тут. Тут у нас бокал. Так, ну пойдемте на кухню. Тут у нас висят наши кнопки. Наши кнопки. Надеемся, очень скоро у нас будет золотая кнопка. Вот и наша кухня. Она тоже очень просторная. Здесь очень много полочек и ящиков. Это только рабочая сторона. Это плита. Дальше. Тут у нас машинка. Это посуда, да. И у нас мусорка. Это мусорка. Тут у нас кран. Здесь духовки. И очень много полочек. Как вы думаете, где холодильник? Может быть тут? И тут. Или тут? Или вот тут? А он вот тут! Наш холодильник. Кто не знает, не найдет. С кухни тоже можно выйти в сад. Подышать. Ого, кто это был? Тут у нас есть дверь. Тут у нас мусор. Тут мы складываем мусор. Потом идем выкидывать, когда есть немного мусора.
Тут можно закрыть шторы. Чтобы никто не подглядывал. Так, давайте теперь пойдем туда. Это у нас прачечная. Тут у нас холодильник, морозилка. С этой стороны у нас все для слайма, для нашего магазина. Тут у нас шарики всякие, добавки. Это все для слайма. Баночки тоже там. Дальше у нас тут пенопластовая гора. И тут у нас еще блестки. И пластилин. Здесь у нас тоже все для слаймов. База. И всякие тут тоже добавочки. Здесь раковина. Так, здесь стоят две машинки. Это стиральная машинка, а это сушилка. Ну, в общем, тут понятно, что это прачечная. И ничего интересного тут нет. Выходим. Тут у нас огромный пульт. Здесь мы открываем дверь, если кто-то звонит. Можно разговаривать. Раз. Ключик, чтобы открыть. Тут, чтобы разговаривать. А это я не знала. Это вентиляция воздуха. И это кнопочки для жалюзи, чтобы закрывать окна. А это свет. Ну, вот. Если мы не хотим, чтобы нас видели напротив, например, вечером, мы закрываем жалюзи. Но утром мы их открываем, чтобы было светло. И идем налево. Идем по коридорчику прямо. Тут у нас есть две двери. Тут комната Маргариты. Так, тут у меня лампа стоит, чтобы снимать влад. Ну что, ребятки, это моя комната. Если хотите отдельный рутур, то ставьте лайк. И я вам все покажу и расскажу подробно. Пойдемте дальше. Напротив моей комнаты, как вы уже поняли, Ксюшина комната. Это моя комната. Если вы тоже хотите отдельное видео про мою комнату, то ставьте лайк. И здесь тоже две двери, и налево, и направо. Куда пойдем? Мы пойдем налево. Тут у нас комната Макса и Каролины. Это комната Макса и Каролины. Они здесь спят вдвоем, потому что это двойная кровать. Снизу выдвигается еще одна кровать, вот так вот. И потом они вместе спят. Тут у них шкафчик. Ну и как всегда, игрушки, игрушки и игрушки. Пойдемте дальше. Дверь напротив, это комната родителей. Открываем. Вот это вот комната мамы и папы. Это самая большая комната из всех. Из этой комнаты можно выйти в сад. И Маргарита тоже. Здесь есть дверь. Можно выйти в сад. Заходим. Ну что, пойдемте дальше. И последняя дверь в этой квартире. Тут туалет. Здесь стоит джакузи. Там купается русалка, кормили. Также тут у нас есть душ. Можно и купаться, и принимать душ. Кто-то уже был в душе. Ну, здесь, как обычно, туалетик. У нас есть две раковины. А это зеркала с полочками. Как и в другом туалете. Здесь у нас две большие раковины, так как у нас семья большая. Тут тумбочки. Вот. Тут у нас полотенце. И, в принципе, все. Также есть окна. Чтобы никто с улицы не видел, можно закрыть жалюзи. И прочитать, и все. Еще что-то есть очень интересное. 3, 2, 1. Джакузи с подсветкой. Вода светится. Ребят, на этом наша экскурсия по нашей квартире закончилась. Надеемся, вам было интересно. Не забывайте ставить лайк. А также ставьте лайки, если вы хотите, чтобы мы сняли отдельный рум-тур. На сегодня все. И всем пока-пока. Пока-пока.